На 52-м километре автодороги Обская-Баваненково обрушился мост. На этих кадрах видно, большегруз еще стоит на дороге, а через несколько мгновений мост разламывается пополам. Водитель грузовика чудом успевает выпрыгнуть из кабины. Как прокомментировал ЧП начальник службы капитального ремонта и строительства ямальского филиала «Газпромтранс», из-за паводка на реке поднялся лед и повредил мостовую опору. Путепровод находился в аварийном состоянии. Движение было официально запрещено. Водитель «Урала» поехал на свой страх и риск. По факту происшествия проводят расследование.